День города запомнился жителям республики красивым свадебным парадом. Шествие пар с каждым разом становится все более популярным среди чебоксарцев и гостей столицы. Своеобразной изюминкой дня города стал свадебный парад «Мы женимся». 10 команд, а это более 300 девушек и юношей, влюбленных пар, будущих молодоженов и молодых семей. А также фотографы, видеографы, стилисты, декораторы и многие другие свадебные специалисты города Чебоксары объединились для создания одного масштабного белого шествия. Зачем нужно? Чтобы, как сказать, культуру свадебную поднимать, что ли, на новый уровень, потому что многие люди боятся экспериментов, но видят, как у всех, там, я тоже так же хочу, а тут как-то что-то новое, что-то интересное, видят, что можно сделать, как это бывает. Мне понравился день съемок, я говорю, в процессе драйв очень появляется, прям, ну, адреналин, всплеск эмоций какой-то. Участвовать понравилось. Хочу еще раз попробовать в следующем году. Свадьба в стиле «Дорожное приключение», французский «Прованс», драгоценная эклектика. Бракосочетание по мотивам трилогии «Голодные игры», любовь по мотивам легенд и многое другое. Каких только направлений свадебного торжества не представили на шествии, которое, кстати, в этом году проводится уже в 7-й раз. Жители могли оценить более 200 уникальных свадебных костюмов, а также выбрать лучшую пару на их взгляд. В этом году свадебный парад стал, пожалуй, самым романтичным, трогательным и душевным. Ведь тема этого года – «Love Story».